был, отвечаю! Да ты гонишь! Не, вот когда ты на физике Хавронев за косу подергал! Чего на жопе своей голой светит? Я учиться пришел в школу! Жопа! Погнали, может быть, в мартуху за гаражами поиграем? Блин, а сколько время? Мне домой пора уже. Ну, полчасика можно. Давай. Я твоя мама, звоню. Алло. Да, это, да, тут на продленке нас задержали. Через часик буду, хорошо? Офигенно! Что, мартуху? Ну давай. Сейчас запускаю. Опа, пошла. Давай. Офигеть, блин. Ё-моё. Сраный сапфира. Давай. Готовы все. Ебо. А давай сейчас на моем. Давай. Блин. Что такое? У меня зарядка кончилась. А хочешь тебе свой дом поиграть? А можно? Нет, мне мама не разрешает. Блин, ну ты иди, конечно, в этой мобильной сетевухе всех разнес, как обычно. Не зря я войну фракции на уроках задротил. А помнишь, когда физичка про эбонитовую палочку надела? Да, конечно. Так мемно было. Она даже не поняла, с чего мы смеемся. Алло, это кто? Привет! Не узнал, что ли? Конечно, узнал! И сколько раз я буду еще повторять, чтобы вы мне не звонили, сраный Пеньков кредит! Алло, какой Пеньков? Это я! А, Силикон Ютуб! Конечно, узнал! Сколько лет, сколько зим! Так вот, я тоже подумал, что давно не виделись. Давай, может, пересечемся как-нибудь на днях? Ничего себе, что ты вообще обо мне вспомнил? Мы ж последний раз лет 6 назад, наверное, виделись, когда еще в школе учились. Я, в принципе, не против. Ну ты даешь, конечно. Просто соскучился. О, сегодня же это, как ее там, суббота. Может быть, вечером у меня увидимся? Ты ничем не занят? Во сколько? Я, в принципе, сегодня уже освободился. Можем сейчас с девочкой к тебе выехать. Это ты с каких пор по девочкам стал? Ладно, адрес скидываю. В принципе, моя Любка будет не против компании. А что, Любка — это кодовое название твоего бойфренда? Я угадал? Ладно, вечером буду. Жду от тебя рум-тур. И не только. Ладно, целую. Муа. Поджигал монстров. Много всяких крутых штук. Так, смотри. Я сделал уже все. Обожаю. Я помогу тебе. О, я кинул. Спасибо. И что мы сделаем? Ну, нам нужно лечь. О, это они? Наверное. Блин, пипец, так быстро. Кто? Я новичок, мой как червячок. Ой. Наконец-то, блин, как давно не виделись. О, пацан. Кай, блин, давно не виделись. О, Кальян, ничего себе, слушай. Не, ну а что ты думал, я тебя на чай позову? Слушай, ну я сигареты на самом деле уже давно бросил, надо подумать немного. Да ты чего, какие сигареты, это ж так дымок попускать. Ну попробуем, хорошо. А что забил-то в чашечку табак какой? Да не знаю, что-то это фруктовое было у меня. Офигенно, блин! Ну, ясен красен, 5 лет кальянчиком проработал. А ты чем все это время занимался? Да я вот усы отращивал, гля какие, все это время растил. Да, кстати, лол, ты же в школьные годы всегда хотел их отрастить. Кек. Вот сейчас я самый счастливый человек на земле с этими усами. А ты, кстати, что, чем занимаешься? Ты же рэпером, кажется, быть хотел. Че, до сих пор кальянные трубки лежат?
Я вырос и понял то, что нужно развиваться, эти рэперы, они дебилы все, по ним же видно, что у них проблемы с кубухами. Ты, кстати, с этими усами на Юлию Онешку похож. Давайте видео покажу. Чё? Какой говнешка еще? Ну, Юлик, Майнкрафтер, сейчас покажу. Пересадить. Да пересадить, что? А он долго растет, если... А может расти супербольшое дерево? Слушай, а помнишь, как мы в Мартуху играли в школьные годы? Конечно помню, у меня, кстати, новое на компьютере есть. Mortal Kombat у тебя? Ага, хочешь поиграть? Блин, давай реально как старые добрые. Давай. Ну, ты не расстраивайся, зато у тебя усы клевые. Ну, это все, конечно, круто, но у меня для тебя есть кое-что более взрослое. А ну-ка, что там, посмотрим. Вот. Это, конечно, все круто, но как бы 22 век, у меня конфорка и так включается. Там подарок, открой, когда я уйду. Ну, окей. Люблю сюрпризы. Наверное, разве что... Да? Здорово! Привет! Нашел? Да я уже давно дома, ты чё? Ну что ты мне скажи, ты готов? К чему? Так а ты чё, подарок не чекал что ли? А, нет, сейчас открою. Чё это? В смысле? Ты чё? Это же Mortal Kombat XXXXXXXXXXL3000! Найс, пранк! Да это не пранк, есть же рофл, ты один сейчас? Да, Любка спит. А чё ты хочешь? Секс по телефону? Практически. Садись в кресло. Да, я тебе сейчас объясню, что делать. И захвати с собой кнопку, самое главное. У меня кресло в комнате, а там Любка. Давай лучше в ванну залезу для полного погружения. Погружения были и нет, пузырики. Не понял, алло, ты что, сбросил? Да, какие-то помехи были. Так, все, ложись в ванную, расслабляй булки и поехали. Ну давай, что дальше? Я залез. Ну все, бери таблетку, облизывай ее и лепи себе... На висок. А может я лучше ее в жопу себе засуну? Нет, там эффект не тот будет. Ладно, давай. Ну что, все? Да, прилепил. Мне джойстик доставать уже? Нет, он тебе не пригодится. Бред какой-то. Просто поверь мне, это будет офигенно. Ничего не может быть офигеннее мобильного Mortal Kombat после школы. Кроме анального проникновения. А давай, может быть, за тех, за кого мы в школе играли раньше? О, офигенная идея. Только вначале не забудь хорошенько представить своего персонажа. Ты готов? Готов! Все, 3, 2... 1! Жесть! Офигеть! Как настоящее! Это что такое? Чё за прикол? Я догадывался, что будет круто, но чтобы так... Охренеть! Я как будто по-настоящему в игре! А мой-то парень! Кремень! Думаешь, твои мускулы впечатляют? Посмотри на мою мышцу! Да, это жестко! Тут можно делать все фишки из игры! Мой Джонни Кейдж, тебя наша верму порежет! Все, давай драться! Сейчас, погоди, мне надо отлить! Джонни Кейдж! Кейдж! Ты нахрена с бутылки поссал? Не знаю, Кана как будто заставил меня. Тогда Джонни Кейдж заставит меня убрать эту сраную ухмылку с твоего лица. Раунд 1, файт.
Thank you.